Горит не только за городом. Эти кадры сняты в Рыбнице на улице Горького. Горит сухой камыш, в пойме реки сухая Рыбница. Пожарным, которые оперативно прибыли к месту вызова, удалось ликвидировать пожар на 1,5 гектарах только за 40 минут. Вся сложность при тушении сухого камыша заключается в том, что территория заболочена. Пожарно-спасательные автомобили не всегда могут проехать близко к очагу возгорания. Где невозможно подъехать, у людей есть метелки, то есть подручные средства. То есть это все обходилось, а вот именно на местах наиболее интенсивного горения вводился ствол. Сухая трава, теплая погода и человеческая беспечность – вот главные причины таких пожаров. В условиях теплой и ветреной погоды такие пожары принимают большие размеры и распространяются на гектары. Для их тушения требуются усилия многих людей и немалые материальные затраты. В марте 2014 года зарегистрировано 16 выездов на загорание сухой травы, камыша и мусора. С наступлением погожих дней немало хлопот пожарным доставляют люди, отдыхающие на природе, дачники и жители частного сектора. В частном секторе некоторые безответственные хозяева и дачники для того, чтобы привести в порядок прилегающую территорию, поджигают необкошенную траву и мусор. В Рыбницком районе было зарегистрировано 2 случая пожаров, в результате которых из-за своей беспечности хозяева лишились хозяйственных построек. Пожарные призывают жителей города и района быть максимально осторожными, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, тщательно тушить окурки и спички, не разводить костры в неположенном месте, не оставлять огонь без присмотра. Несанкционированное сжигание сухой травы и мусора грозит административной ответственностью. В случае выявления возгорания немедленно звоните по телефону 101. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.